Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу представить вашему вниманию лидеров хит-продаж. Вот такие сказочные мельницы, которые впишутся в любой ландшафтный дизайн. И не только в ландшафтный дизайн. Вы представляете, если вот вы поставите вот такую чудесную мельницу на своем дачном участке, ну, это придаст вашему участку не только красоту, но еще определенную сказочную атмосферу. Особенно красиво эти мельницы смотрятся на детских площадках. Ну и это еще не все. Если вы любитель декорации вот такими вот фигурами или сказочными мельницами, или какими-то грибами, они великолепно вписываются в цветочной группе, в хвойной группе, рядом с зонами отдыха. То есть они являются органичным дополнением данной зоны. Я выставила вам здесь самые продаваемые мельницы. Вы посмотрите только внимательно, насколько точно выполнены разные мельчайшие детали. Вот у этой мельницы окошки, в окошках даже выполнены шторки. Но ставится такое впечатление, что сейчас откроется дверь, и оттуда выйдет волшебный гном. С помощью задовых мельниц вы можете создать неповторимую атмосферу сказки. Здесь, я, как уже сказала, собраны лидеры продаж. Посмотрите, они все выполнены в различных стилях. Вот эта оригинальная мельница выполнена на основании, имитирующая траву. Здесь выполнено в сказочном оформлении, выполнена как будто бы мозаичная основа. Вот эта мельница очень оригинальная. Вы посмотрите, здесь мини-домик, мельница, и все это выполнено с камнем, смотрится просто потрясающе. Я думаю, что вот любое место, где бы вы ее ни поставили, она просто дополнит любой декор сада. Все эти мельницы изготовлены из современного материала, который называется полистон. Он не боится никаких атмосферных осадков, ни солнечных лучей. То есть он себя очень хорошо зарекомендовал. Вы можете совершенно не беспокоиться о том, что мельница останется на вашем участке на протяжении всего сезона, включая и зимний период. Покрытие тоже очень удачное. Оно не выцветает, не выгорает и остается вот таким вот ярким, неповторимым на долгие-долгие года. Каждая мельница оборудована вот таким ветряной частью, которая крутится от малейшего дуновения ветерка. У нас вот сейчас спокойная погода, но я показала вам, как это будет выглядеть в натуральную ветреную погоду. Кстати, это материал дерева, тоже покрыт специальным составом, не боится никаких атмосферных осадков. Но тем не менее, на зимний период времени я бы вам советовала убрать его на хранение. Он легко демонтируется, буквально вот раскручиваете и снимаете. Ну, можете оставить это по вашему желанию. Все эти сказочные мельницы вы можете приобрести у нас в интернет-магазине «Хитсад». Заходите к нам в магазин, делайте удачные покупки, декорируйте ваш сад и оставайтесь с нами. Мы работаем только для вас.